Приднестровье накануне отмечали Суккот. И, кстати, многие граждане Молдовы выбрали не референдум, а еврейский праздник в Бендерской крепости. Там прошел фестиваль урожая и шалашей. На празднике были мастер-классы, игры для детей, национальная кухня и много песен. Не только на иврите, но и русском, украинском, молдавском. Были гости и из Израиля. Бендерская крепость. Сегодня здесь фестиваль еврейской культуры. Отмечают Суккот. Это один из трех основных еврейских праздников. Шалом, мой друг, шалом. Мы же встретились, значит, живем. Шалом, мой друг, шалом. Суккот подразумевает несколько событий, которые объединяются в этом празднике. Самое важное – это объединение народа. Главный атрибут праздника – это шалаши. Все 7 дней праздника принято жить, молиться, есть, проводить время с семьей именно в них. В Бендерской крепости шалаши тоже есть. Традиция праздника заключается в том, чтобы строить шалаши. Память о тех годах, когда еврейский народ вышел из Египта. Хорошо. А вы сами живете в шалашах или, может… Нет, у нас мы делали трапезу в шалаше, но в связи с нашими погодными условиями мы не можем себе позволить жить в шалашах. Одна из традиций Суккота – арба-миним, или заповедь 4 растений. Собирают вот такой букет, потом с ним кланяются в 6 направлениях, по всем сторонам света, вверх и вниз. Самый высокий – это ствол финиковой пальмы финиковой. И здесь еще ива, ее не видно, ива, мирт и цитрус, и фрукт, этрог. В этих 4 вида растений в каждом есть другая характеристика. У одного есть и запах, и вкус, это этрог. Финиковая пальма – это ствол, финик имеет вкус, но не имеет запах. Мирт имеет запах, но не имеет вкуса, а ива не имеет ни запаха и ни вкуса. И это вот все разнообразие людей. В Израиле это большой такой праздник, каникулы в основном у всех, вся семья собирается. Еще одна традиция праздника – это угощать всех иудейскими блюдами. Например, рулетики с яблоком, орехами и корицей. На сцене выступают тактисты из Тирасполя, Бендер, Рибницы и еврейский вокальный ансамбль «Нешамавент» из Кишинева. А в крепости есть и игры, мастер-классы для детей. Давайте узнаем, что конкретно. Вот такие замечательные открыточки, и ребята сами разукрашивают, и потом берут себе на память. Ну да, есть еще вот такие закладочки, так как мы библиотека. Вот такие вот браслеты, разные браслетики, вот они тоже разукрашивают их и берут себе вот на память. Бендеры здесь проводятся уже 4-й год на моем веку. Я считаю, что это лучшее, что может быть в Бендерской крепости. Это просто, посмотрите, что творится. Это какое-то единение, сумасшествие всех народов. Молдаване, евреи, гагаузы, русские, украинцы. Это вот так круто. Евреи живут здесь очень давно. Я считаю, что наш приднестровский народ один из самых дружных. Приднестровье может многим показать образец того, как можно жить в мире и согласии. На фестивале в крепости было много русской, украинской и еврейской музыки. Праздник отмечают неделю. Он закончится в среду, 23 октября.